С начала специальной военной операции Ленинский округ активно подключился к оказанию гуманитарной помощи. За два года она исчисляется тоннами грузов. Предприниматель и руководитель гуманитарной команды СВАИ Самир Гаджиев организовал уже более 20 конвоев в зону СВО. Начинал с бронежилетов и формы, сейчас возит технические грузы. Это точки доступа, это РЭБы для подавления дронов-беспилотников врага. У нас также «Старлинки». Так как у нас в России их нету, но мы их находим и возим, потому что на линии соприкосновения, где их невозможно засечь и понять, наши они или вражеские, они очень хорошо работают. Проводить гуманитарный конвой пришел глава Ленинского городского округа Станислав Катаров, который отметил, что сообщество волонтеров и неравнодушных людей постоянно растет. Всем видным мы участвуем в сборе гуманитарных грузов для наших бойцов, которые работают на передовой сегодня. Нам помогают и предприниматели города Видного, и нашего Ленинского городского округа, и простые жители, чтобы ребятам там было проще, надежнее и увереннее отстаивать интересы нашей Родины. Окончательная укомплектовка груза проходила у храма святого великомученика Георгия Победоносца в Видном. Его настоятель, протоиерей Михаил Егоров, благословил гуманитарный конвой. Часть машин уедут, а к Пасхе мы готовимся еще большой груз для ребят-солдат отправить, чтобы они чувствовали и нашу любовь, и наши переживания, и нашу заботу. Это мы засунем.